Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня обрезаю древовидные гортензии и режу я их очень коротко на одну почку. Вот это вот все срежу. Вот почечки. Если оставлять очень длинные побеги, то получается отходят вот эти две почки, а нижние остаются спящими и будут некрасивые ноги и ложиться побеги. А так ничем не надо проливать, и они высоко, высоко поднимаются, нарастают. И вот так вот укрываю. 4 слоя агроволокна 60-ка и вокруг валик хвои, для того, чтобы холодный воздух не проникал под агроволокно, потому что там уже создался микроклимат. И вот так вот выглядит обрезанная пинка Аннабель. Всем спасибо. Пока. Встретимся в новом видео.